Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Mazda 6, 2013 год, серый цвет. Бензиновый двигатель объемом 2 литра, 150 лошадиных сил. АКПП, передний привод. Литые диски, хорошая летняя резина. Пробег 173 тысячи километров. Имеются повторители в зеркалах, ветровики. Спойлер. По салону у нас ухоженный темный салон. Климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедиа на андроиде, круиз-контроль, мультируль, голосовое управление, антиюз, электрорегулировка зеркал,